погибших поделились с нами своими воспоминаниями о тех, кто трагически ушел из жизни в прошлый четверг. 54 жизни, 54 судьбы прервались в одно мгновение, 54 разные истории. Среди них есть истории и о тех, кто в течение многих лет закладывали основные жизненные ценности маленьких людей. В Эмрике, частной средней школе, которая работает 21 год, погибли две женщины, два работника. Один дошкольный учитель, это Марина Васильевна Хитрук. И другая женщина, Светлана Кириллова, обеим 49 лет. Марина Васильевна Хитрук работала здесь воспитателем детского сада с 25 лет, еще до того, как это стало частным учебным заведением. Женщина очень заботливая, очень внимательная, очень сопереживающая деткам, сеяла разумное, доброе, вечное среди этих цыплят крохотулечек. В личной жизни она опекала двух родителей-стариков, и для них дочь была светом в окошке. Старикам более 80 лет, они очень больны, и повторяю, что она была для них и опорой, и надеждой. Коллектив школы сейчас взял на себя все заботы о похоронах, и уже завтра в 12:00 в Христорождественском соборе пройдет отпевание Марины Хитрук. К слову, одна из выживших под завалом женщин, о которой мы рассказывали вчера, непосредственно перед катастрофой видела Марину. И я подумала, я как минимум сейчас полчаса с ней поговорю. И я к ней не подошла. Я прошла мимо нее примерно на 7-8 шагов на безопасное расстояние. И только тогда я повернулась, она выбирала елочные игрушки. И подумала, она меня не увидела, а я подумала, а зачем Марина выбирает елочные игрушки, они не понадобятся. У меня была вот абсолютно в этом уверенность. Вместе с Мариной Максима унесла жизнь и сотрудница школьного буфета Светланы Кирилловой. Остались муж-моряк, взрослая дочь и 12-летний сын. Эта женщина в Эврике работает около 7 лет. Она работала в школьном буфетике. Все дети школы от первоклассников до 12 класса звали ее тетя Света. Она им продавала, если это нужно, карандаш, тетрадку, резинку, стирку, печенюшки, конфетки, шоколадки, соки. К деткам относилась очень хорошо, иначе бы они ее тепло тети Светы не называли. Если у ребенка нет сантимов, а ему что-то нужно, конечно, она давала ему в кредит. Следующая история о паре, которые познакомились на рабочем месте, долгие годы жили сердцем к сердцу, рука об руку, и умерли в один день, и, наверное, в одну минуту. Речь идет о старшем смены в рижском аэропорту Михаиле Есипенко, 1959 года рождения, и инспекторе по безопасности авиации, его жене Елене Есипенко, 1960 года рождения. Здесь они познакомились, здесь они провели всю свою жизнь, рабочую жизнь. Родился у них ребенок. То есть люди, которые были очень искренние, справедливые и очень обязательные к своим то есть с уполномочием по работе. То есть никогда не отказывали никому. Были очень, очень, очень дружелюбными к людям, с которыми они работали. Всегда приходили первыми, уходили последними. И ушли. Теперь не на работу или с работы, а навсегда, оставив сиротой 14-летнего сына. Молодому человеку, который остался после смерти обоих родителей. И, естественно, мы будем всякими возможными способами помогать, чтобы как бы ребенок не остался без первоначальных жизненных каких-то средств и так далее. Но мы можем помочь только тем, чем мы можем помочь. Мы можем средствами помочь, но родителям мы не можем вернуть. В капелле аэропорта рядом с фотографией Читы Есипенко стоит фотография красивой молодой девушки, которой нужно пестрить на обложке глянцевого журнала, а не стоять в рамке с черной лентой. Совсем недавно она вышла замуж за литовца, пилота Air Baltic Гинтера. Мать не отходила от полицейского забора в ожидании вестей о дочке. Дождалась. К сожалению, теперь ее дочь там, куда вздымается самолет. Куда-то туда, куда улетают души. Денис Денисов, Андрис Дамбурс, «Наша тема». Министр внутренних дел Рихард Козловский, гость нашей темы сегодня. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
Есть, Таня. Господин министр, есть к вам вопрос.